третий принцип, когда партнеру принадлежит нога партнерши. Вот представьте, это нога партнерши. Ну, я сейчас ее подержу. Вот нога партнерши. Это ступня. Это бедра. Да? Я, в принципе, вот этим поворотом бедра заведую, и у нее ножка будет летать. Что мне для этого нужно? Повернуться, да? Раз, и ножка полетит. Вот в отличие от хасла, где ушка, подъем, опущение, нивелируется, да? В хасле это все работает. Если я хочу, чтобы ножка сделала вот так вот, я сделаю не просто движение по кругу, да? Я еще добавлю снизу вверх. Это понятно? Дальше. Хорошо, это поняли. Теперь помните так называемый контрбаланс. Берем партнершу в объятия, ручку на лопаточку и опускаемся вниз. Оба параллельно вертикально держим корпус. Сгибаем колено, опираемся, ложимся на партнера. Нет, не лежим корпусом, оба вертикально корпус держим. Вот смотрите, просто опускаемся, партнерша от себя. А что, ты сама стоишь на ноге? Вот он контрбаланс. Прямые ручки. Да, поднялись, опустили. Поднялись, опустили. Теперь влево, вправо. Ребят, при этом плечи параллельно друг другу. Плечи параллельно. А теперь еще и с подъемом. Бам. Бам. Ножки вместе. Бам. Вот партнер может немножко расстоять, он будет. Главное, опора и ноги. Рам. И прикручивайте плечи параллельно. Есть? Нет. Отпустил. Так, все, боись. Вот мы стоим. Прогнись.
партнер, чтобы не кричать под нос. Вот это ножка. Вот, вот место, которое я кладу девушке на талию. Вот. Видите, да? Вот взял. И вот я талии должен махнуть так, чтобы у нее ножка полетела наверх. Да. Итого, движение от себя к себе вокруг. Плюс наверх. Да. Но мы это соединим с очи вперед. Каким образом? Чтобы девушку разогнать. Стали на правые ножки. Танговское объятие, но не плотное. Не плотное. На правые ножки. Правое плечико назад, партнеры. И очи влево. Очи вправо. А теперь смотрите, я перехватываю, кладу правую ручку на бедро партнерши. Наталью. И вот теперь я опять веду на очи вперед. Но делаю это энергично и еще одновременно встаю. Раз. Есть. Не подсаживайтесь. Оба встали на прямые ножки. Чтобы снять ножку, что мне нужно? Повернуть левое плечо вперед, она сама снимет и сделает шаг очень назад. Все. Еще раз встали на правый. Теперь, девочки, смотрите. Вот этим полотенцем я показывал, это я за девочку все делаю. А теперь поймите, в танце я не контую девочек, я даю сигнал. Из-за этого, когда я вам, ручка у меня обычно, помните, показывает, куда я иду, на середине девочек, да? Если я перехватился, это о чем-то говорит. Будьте готовы, да? Я перехватился, она у меня идет на очу. И я еще подсаживая, делаю широкий шаг. Раз и наверх, я не знаю, что делать. Мне не нужно ее переконтролировать. Делай контакты. Когда я ручки немножко делаю от себя, она сама это, сама делает. Понятно? Давайте встанем теперь на левую для разнообразия оба. Партнеры, партнерши, на левую ножку. Все стоят на левых. Все стоят на левых. Отлично. Итак, очи вправо вперед. Раз. Перехватились. Перехватились. И очи вперед влево с поднятием. Хоп, пап. И посмотрите, я сделал два шага. Партнер сделал два шага. Смотрите. Партнер сначала сделал шаг на правую очередь вперед. Потом вот этот закидон, да, подпал. И в тот момент, когда девушка закидывает, я тоже подставил, стал на правую. А девочка сама делает, я ей тоже командую. Итак, все встали на левые ножки. На левые встали. Очи вправо. Перехватились. Очи налево и партнер на правую ножку. Вот. А вот теперь, когда ножка закинута, я могу делать правильно. Раз, корпуса. Держать ногу. Девочки. Девочки. У вас есть опора на партнера. Раз. Да? Раз, опора. У вас есть опора под бедром. У нас очень красиво, пяточку вперед по балетному. И вот опираетесь ногой. Оп, на партнера. Он начинает вставать. И вы оттолкнитесь от бедра. Два, помогите ему встать. Попробуем. Встали на левые. На левые все. Очи вправо. Перехват. И снизу наверх. Девочки, держим ножку, мальчики, встали на правую. И вы под... Оп! Корпус вертикально. А вот теперь, когда встаем, мальчик отталкивает за левой. Раз. И ведем очи назад. И меняет ногу. Вот и все.
теперь, мальчики, смотрите. Стоим на зеркальных ногах. Я на левой, девочка на правой. Как обычно. Переносим вес на правую, партнер. Девочку, естественно, переводим на левую. И я делаю то же самое очень вправо. Очень вправо. Но делаю при этом шаг левый назад. Раз. И перехват. Ну а теперь я делаю тот же самый подпад, но